Василий Васильевич Верещагин, знаменитый русский художник-реалист. Его картины вошли в золотой фонд классического наследия мировой живописи. Неутомимый путешественник, Верещагин посетил многие страны, изучая и показывая в своих полотнах жизнь и быт простого народа. Как художник-гражданин, Верещагин запечатлел в своих картинах протест против варварских пережитков прошлого и религиозного фанатизма. Картина торжествует. Художник смело выступает против беспросветной нищеты и голода. Против закабаления женщин, обязанных носить паранджу. В картине «Продажа ребенка-невольника» Верещагин обличает бесчеловечную торговлю детьми и надругательство над детством и юностью. Верещагин везде стремился к тому, чтобы его картины, как писал он сам, могли видеть не 3000 графинь, а 30 000 народа. Из своих путешествий по Индии Верещагин привез 150 этюдов, отличающихся тончайшим рисунком, блестящим колоритом, искусной передачей воздуха и света. Этюды служили материалом для задуманной им живописной поэмы, которой он, по его словам, хотел раскрыть историю загробастания индиан-англичанами. Вот одна из страшных страниц порабощения индусов – английская казнь в Индии. Представленная здесь репродукция этой картины передает всю силу гнева и возмущения художника зверской расправой колонизаторов с восставшим народом. Верещагин писал свои картины сериями, что помогло ему всесторонне воплощать свои замыслы. Из туркестанской серии выделяются батальные картины Верещагина, поражающие своей достоверностью, обобщающей силой и высоким мастерством. Картина «Пусть войдут» — русские воины, ожидающие появления неприятеля. «Трудно забыть смертельно раненого», так сочувственно написанного художником, своими глазами видевшим войну. Нападают врасплох. Героическая картина неравного боя, изображенного точным рисунком, мастерски найденной композицией, подчеркивающей стойкость и мужество русских солдат. Апофеоз войны – это самый яркий в мировом искусстве протест против захватнических и несправедливых войн. Пирамида человеческих черепов на фоне безрадостного разрушенного войной пейзажа – это вызов всем захватчикам прошлого, настоящего и будущего. Как только вспыхнула русско-турецкая война, Верещагин снова на передовой линии огня. Вместе с русской армией-освободительницей он прошел весь ее трудный путь. «Я захотел видеть большую войну», — писал Верещагин Стасову, «и дать ее на полотне не такой, какой она по традиции представляется, а такой, какой она есть в действительности». Картина «Перед атакой». Картина «Атака». Картина «После атаки». Все они написаны, как говорил сам Верещагин, кровью и слезами. Картина «Шпион». Рядом с показом героики и мужества простых воинов, живописец изображает врагов, глубоко раскрывая их мерзкий облик. «Мародеры».
Эти турецкие хищники занимаются убийством русских раненых и ограблением трупов павших солдат. Тщательно выписывая каждую фигуру грабителей, Верещагин сумел достоверно изобразить на этом полотне тех, кто ведет хищническую войну. Но мародеры не ушли от возмездия. Выдающейся картиной балканской серии является шибка Шейнова, изображающая триумф победившей русской армии. Снежные просторы, громады гор позади. Все это образ преодоленных трудностей. В свите генерала Верещагин изобразил и себя. Картина отличается единым серебристо-серым колоритом. Серия картин Верещагина об Отечественной войне 1812 года, над которой художник трудился 12 лет. Картина «Наполеон I на Бородинских высотах». Верещагин беспощадно изобличал дикую расправу над русским народом наполеоновских захватчиков. Их убийства, грабежи, поджоги. Картина «Мир во что бы то ни стало». Здесь Наполеон представлен как развенчанный герой, объятый страхом перед непоколебимым русским народом. Историческая правда стала правдой искусства. В картине «С оружием в руках. Расстрелять» Верещагин правдиво показал мужественных русских партизан и Наполеона, охваченного чувством обреченности и бессильного гнева. Картина «Не замай, дай подойти», с какой гордостью и любовью написал Верещагин образ богатыря-партизана, с его спокойной уверенностью, ощущением силы и мудрой неторопливостью. Он не один, за ним сила русского народа. Этот образ напоминает Ивана Сусанина. «Отступление, бегство» — так назвал Верещагин свою исторически правдивую, полную гнева и иронии, картину о том, как отступали французы с русской земли, гонимые храбрыми воинами армии Кутузова и всем русским народом. «Ночной привал Великой армии». Эта картина подчеркивает обреченность и гибель захватчиков. Выдающийся критик Стасов проникновенно сказал о художнике: «Верещагин стал одним из величайших художников 19 века не только потому, что обладал художественным талантом, но и великой душою».